Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские ветераны дзюдо готовятся к чемпионату мира. Пятиборцы завоевали шесть медалей чемпионата Европы среди юниоров. Самарские спортсмены занимают лидирующие позиции в российском пляжном теннисе. В Москве прошел чемпионат страны по пляжному теннису. Самарский женский тандем Екатерина Киргизова Наталья Тимофеева стали серебряными призерами. А Николай Гурьев отдуплился серебром. Сначала в паре с Иваном Сыровым из Санкт-Петербурга, а затем в миксте и тоже с питерской спортсменкой Юлией Чубаровой. В Софии, Болгарии, на чемпионате Европы по современному пятиборью среди юниоров самарские атлеты завоевали 6 наград. По ходу соревнований Олег Наумов в командном зачете конкурировал за первое место с белорусами и поляками. Перед заключительным видом программы комбайном лидировала сборная Беларуси, но в итоге на финиш пришла первая российская команда. Вторую медаль, но уже серебряную Олег Наумов получил в личном первенстве. Бронзы у самарчанки Ульяны Баташовой в командном зачете, а чемпионами Европы в смешанной эстафете стали Екатерина Макарова и Николай Дудко. В Венгрии на чемпионате Европы под дзюдо среди ветеранов до 80 лет сборная России завоевала 34 медали. 16 золотых, 9 серебряных и столько же бронзовых. Свой вклад в наградную копилку внесли самарские дзюдоисты. Золото у мастера спорта Рамиля Гельмеддинова и серебро у Андрея Салмина. Обоим нет и 40 лет. Кроме того, спортсмены по итогам командного первенства получили бронзовые медали. Впереди у самарских борцов сентябрьский чемпионат мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.